Приветствую вас, друзья, слушатели моего канала. Сейчас я зачитаю письмо одной подписчицы или слушательницы, я не знаю. Женщина написала мне на Facebook. Это письмо касается канала «Будильник, кому не все равно» и персонально Вильгельма Воркинсина. Если вас эта тема не интересует, спокойно переходите на другой ресурс, писать мне о том, что сколько можно, бесполезно, ровно столько, сколько будет нужно. Я начал борьбу с этим каналом 2 года тому назад и заканчивать ее не собираюсь. Более того, призываю всех адекватных блогеров так или иначе присоединяться и рад тому, что число, так сказать, прозревающих становится все больше. Почему я зачитаю сейчас это письмо? По 3 причинам. Во-первых, потому что на канале «Будильник, кому не все равно» людям нельзя высказывать какое-то критическое мнение, не согласное с автором. Эти комментарии сразу же удаляются, и люди идут в бан. То есть там оставляются только хвалебные комментарии и только те, кто якобы поддерживают автора. Поэтому люди пишут мне и просят предоставить им площадку для того, чтобы их мнение услышало как можно больше людей. Это первая причина. Вторая причина – это моя личная, персональная. Я уже говорил об этом, что существование этого канала я рассматриваю как вызов здравому смыслу. В самом начале, когда я появился на YouTube, я говорил о том, что я надеюсь на расширение адекватной аудитории. Я занимаюсь, по сути, просвещением, ну, всю жизнь этим занимаюсь, и всегда стою, как мне кажется, на стороне здравого смысла. Поэтому, когда я столкнулся с таким большим количеством фейковой информации, которая изливается из этого канала, огромным количеством лжи, издевательством над логикой, подменой понятий, такой античеловеческой, антисоциальной позиции автора, наносящего буквально вред вообще обществу в целом, то я, естественно, посчитал своим долгом начать сопротивляться. Если вы молчите, значит, вы согласны. А я не согласен с тем, что там ретранслируется, и поэтому я об этом говорю. Меня поражает, почему YouTube в данном случае поддерживает этого абсолютно фрикового персонажа. Например, живущие в Германии вот подтвердят мои слова другие блогеры. Многие жалуются на то, что стоит только сделать какой-то ролик о коронавирусе, каким-то образом попытаться поставить под вопрос вообще какие-то аспекты борьбы с коронавирусом или еще что-то, этот ролик, ну, долго на YouTube не задержится. Мой ролик «12 вопросов коронавирусу» продержался 5 дней, набрав 205 тысяч просмотров, и его, конечно, удалили. Здесь целый канал, где 2 месяца беспрерывно 150 частей выпущено с разговором о том, что никакого коронавируса нет. Во-первых, приводятся неверные статистические данные, что закапывают пустые гробы, что врачи все занимаются постановкой фальшивых диагнозов, что никто от коронавируса не умер и так далее. 150 частей. И у YouTube нет ни малейших претензий к этому автору. Более того, YouTube всячески поддерживает этого фрика. Как это объяснить, лично я не понимаю. И как с монетизацией сейчас? Хорошо, с монетизацией все здорово. YouTube поменял алгоритмы в мою сторону. Меня перестали желтые ролики прилетать каждый раз. Желтая монетка мне перестала прилетать. И сразу доход увеличился, нормальный стал. Мне хватает на аренду и на еду. Итак, единственное объяснение, почему YouTube поддерживает подобного рода блогеров, я думаю, что, наверное, есть где-то принятое решение о том, что чем больше дури и дичи будет находиться в информационном пространстве, тем в целом лучше. То есть, если общество вообще будет состоять из дебилов и идиотов, ну, наверное, ими проще управлять. Я так думаю. Тем не менее, само общество, на мой взгляд, должно сопротивляться. Господа, если вокруг нас будет очень много психов, их всегда много, но если их процент будет увеличиваться, и если нас будут окружать дураки, то жить в таком обществе опасно для вас, для нас, для наших детей и так далее. Нужно стараться их каким-то образом ограничивать. Поэтому, если есть неравнодушные, еще раз напоминаю, переходите на этот канал,
Берите любой ролик, где говорится о фейковости коронавируса, и жалуйтесь. С правой стороны кнопка «Пожаловаться». Выбирайте пункт «Вредные действия» и пишите то, что вы думаете. Можете опираться, например, на подобную информацию. Вот здесь еще в начале пандемии говорилось о том, что МВД проверяет на экстремизм отрицающий коронавирус комментарий. И здесь небольшая такая сноска. Запись проверяется на наличие состава преступлений по части 2 статьи 280 УК РФ «Публичные призывы к осуществлению экстремистской деятельности», а «Будильник» непосредственно предлагает не носить маски, сопротивляться, это и есть призывы к осуществлению экстремистской публичной деятельности и административного правонарушения, предусмотренного части 9 статьи 13.15 КОАП РФ «Злоупотребление свободой массовой информации». Вот действие «Будильника», его канал попадает под обе эти статьи, поэтому проходите на ролики, жалуйтесь. Одного меня или еще кого-то недостаточно. Нужно, чтобы жалоб было много. Если вы думаете, что я сейчас что-то неправильно делаю как блогер в отношении другого блогера, забудьте. «Будильник» – это тот персонаж, кто беспрерывно пишет заявления на других блогеров. Он занимается кляузничеством, занимается доносами, беспрерывно бросает страйки на другие каналы. Есть масса тому доказательств. Поэтому он такое отношение заслужил. Вот, вчера один стукач Вильгельм Варкентин написал на меня жалобу, и мне тут YouTube удалил у меня ролик. Теперь мне вот неделю нельзя заливать ролики. Я бы поставил бы, конечно же, наш сегодняшний кусочек нашего разговора поставил бы к себе на канал. Критики из него вырастили просто мелкого стукача и человека без всяких принципов, который впаривает какие-то свои сумасбродные идеи про всякие там цеха и, по сути дела, тем самым приносит пользу этому режиму. А кто такой, извиняюсь, вот этот, как вы сказали, Вильгельм? И кто такой? Вильгельм Варкентин, да, это такой канал есть, помоечный канал, «Будильник 2.0». А, вот. «Будильник». Там у него 40 тысяч подписчиков, но абсолютные дауны, которые там... То есть мозг у людей, я не знаю, с чем он у них, как он у них разложился. Ну, то есть, в Питере метро не взрывали... Там Боинг не сбивали, в Феодосии там не стреляли, и все это делает цех. Причем кто такой цех, зачем цех? Люди, у которых уже все, вот система мировоззрения разрушена, они все это хавают. Третья очень важная причина, которую я хочу обсудить. Канал «Будильник» кому не все равно. Вот этот персонаж... По сути, в нашем случае самая мягкая форма, как можно его назвать, человек психически больной, заявляет, что врачи, то есть те самые люди, которые сейчас спасают беспрерывно, рискуя своей жизнью заболевших вирусом, являются на самом деле убийцами. Врачи учат профессионально, как можно более эффективно убивать людей. Сейчас во время коронавируса во всех странах погибло очень много медиков. Высококвалифицированные кадры тают на глазах. Это ужасно. Долго подготавливать профессионалов, а затем вот в результате такого массового наплыва инфицированных людей, они, находясь на буквально первой линии борьбы с пандемией, к сожалению, заражаются и погибают. Недостаточно, в том числе и в цивилизованных странах, средств защиты для медицинского персонала. Только в России погибло больше 200 врачей. Это катастрофа, господа. Вот если бы не стало в один момент шахматистов, мы бы вообще никак это не заметили, понимаете? Шахматисты – это пшик. Шахматы – это игра для развлечения. Да? Человек, который сидит и, не знаю, развлекается в шахматы за ваш счет, это нужно быть какими дебилами, во-первых, чтобы смотреть, как сам человек там тешит свое тщеславие, это во-первых. А во-вторых, еще и материально поддерживать этих уродов.
А вот то, что врачи погибают, это серьезно. Во всех странах сейчас действия врачей приравниваются к героическим. Их дела называют реально подвигом. Ну, потому что люди не спрятались у себя в квартире где-то на карантине, а выходят, работают и рискуют. Есть, понимаете, такие профессии, против которых говорить вообще ничего нельзя. Ну, типа, например, сиделки в домах престарелых, или, например, пожарные, или, например, врачи. Да, это люди, которые делают то, что вы делать не хотите. Многие из них этим занимаются всю свою жизнь осознанно. И говорить что-то против профессии, которая ничего, кроме уважения, не заслуживает, ну, в моем понимании, это уже за гранью вообще. Ну, в принципе, все, что делается на этом канале, можно назвать за гранью. Давайте послушаем, что говорит Варкентин в отношении врачей, и послушаем реакцию настоящего врача, доктор Макс, я уже показывал его на своем канале. Будет реакция несколько бурной, то есть там кое-где встречаются матерные выражения. Я думаю, что просто человек уже спокойно не может переносить то, что несет этот фрик. Ну, сейчас мы будем говорить про основную массу, для чего вообще направлена медицина и как она проявилась в ситуации с этой вымышленной проблемой, с коронавирусом. Ну, вернее, не с самой вымышленной проблемой, а что нам проблему под таким углом представили, что вот прям коронавирус якобы всех косит на планете. Главное для понимания, что вот в моем понимании задачи современной медицины – это не только получение прибыли, а именно сокращение качества и продолжительности жизни человека. Начали мы вот с такой интересной вещи, как то, что медицина не только как область получения дохода, но и область, которая используется, ну, видимо, цехом для того, чтобы сокращать качество и продолжительность жизни населения. Человек не понимает даже таких элементарных вещей, что именно благодаря медицине и медицинским знаниям действительно мы как вид стали жить дольше. Вот с этим ничего не поделаешь. Вот. Что касается экономической составляющей, не знаю, на кого он учился, скорее всего, уже не учится, как я понимаю, в этой Германии. Человек не понимает даже такой вещи, что медицина является дотационной сферой, что во всех государствах в медицину вкладывают деньги, не получая от медицины какого-то экономического достатка, то есть прибыли. Как это проявляется? Это проявляется через систему образования. Именно врачей учат убивать. Причем учат убивать до смерти, считая, что они участвуют в добром деле за все хорошее против всего плохого. Ну вот вы слышали, человек откровенно прямым текстом сказал такую вещь. Врачей учат убивать. Вот каким долбоебом надо быть и конченным уёбком, чтобы такое вслух сказать. Как вы знаете, вот когда в предыдущих всех каких-то роликах и обсуждениях вот высказывалась идея, что у будильника шизофрения, я всегда говорил, что как бы сложно это сказать, и до тех пор, пока там не проведено какое-то обследование, вот, суждение такое высказывать преждевременно. Вот сейчас, чем больше я его слушаю, тем больше убеждаюсь в том, что да, действительно, у человека психическое расстройство довольно сильное. Возможно, это шизофрения, но как бы много всего, много разных симптомов он демонстрирует. Но вот это даже может быть и не психическое расстройство, а показатель вот нравственного как бы и интеллектуального, что ли, уровня. Человек настолько ебанутый, что может вслух вот такие вещи говорить. И что самое интересное, как бы таких идиотов достаточно всегда было и будет. Но то количество людей, которые под этим видео пишут, что молодец, на 100% поддерживаю, удручает. Потому что количество ебланов, которые вот с этим всем согласны, оно очень велико. И это для нас большая проблема, для нормальных людей. Я имею в виду, задумайтесь об этом. Ну, многие тупорылые врачи из училища, конечно, этого не понимают. Ну, еще одно интересное наблюдение. То есть, вот этот еблан думает, что откуда врачи появляются, где их обучают. В училищах. В училищах
готовят врачи, замечательно характеризуют, да, человека. А там именно незащищенные от геноцида старики подверглись этим анализам и этому так называемому лечению, подверглись этим искусственным вентиляциям легких. Это важно понимать, это именно мое понимание формы геноцида. Вот, то есть вот это вот геноцид такой страшный, когда люди подвергаются анализам, и когда человек перестает дышать, его подключают к аппарату искусственной вентиляции легких для того, чтобы осуществить необходимый уровень оксигенации крови. Я даже не знаю, какие слова можно подобрать, чтобы вот это вот прокомментировать. Ну, в очередной раз сказать, что ты долбоеб, ну, наверное, это уже поднадоело, да? Не буду тогда. Итак, применение аппарата искусственной вентиляции легких, который помогает людям выжить и вообще дышать, это оказывается геноцид. Врачи оказываются убийцы. И для того, чтобы вам жить долго и счастливо, нужно просто поменять свое питание. Ну, в других роликах развивается мысль о том, что необходимо начать есть помидоры, и исчезнет Путин. Человек совершенно оторван от реальности, призывает людей к нездоровому образу жизни, потому что давно доказано, что сыроеды долго не живут. Я говорил об этом в своих темах. Сыроедение существует уже очень-очень давно, начиная с конца 19 века, и, как мы видим, до сих пор никаких долгожителей в этой области не наблюдаются. Они умирают достаточно рано, в основном от рака поджелудочной железы, от нехватки витамина В12, от различных воспалительных процессов, которые начинаются внутри организма. Но это отдельная тема. Господа, вы можете есть все, что угодно. Вы можете пить, что вы считаете нужным. Но вы не должны свой образ жизни навязывать всем остальным. Это порой бывает преступно, понимаете? Как и в том числе его призывы не носить маски, при том, что сам он маску в Германии носит. Потому что он знает, что без маски он не зайдет здесь ни в один магазин, ни на одну заправку. Где бы он ни появился в общественном месте, его заставят маску одевать. И он говорит, что под давлением немецких властей он вынужден подчиниться. А вот вы, живущие в России, сопротивляйтесь и создавайте себе в жизни проблемы. Понимаете, да, насколько это подлая позиция? По поводу ношения масок отдельно хочу сказать. Да, мы не привыкли носить маски. Да, наверное, это неудобно. Хотя в странах Азии, в Китае, в Малайзии, в Японии люди давно носят маски. Для них это уже не проблема. Если вас что-то не устраивает, если вы не уверены в целесообразности, вы категорично с этим не согласны, то все, что вам остается, это просто покинуть общество, которое на данном этапе приняло решение, что все должны носить маски. Вот ровно так. Уходите в леса, уходите в тайгу, перемещайтесь на необитаемые острова, погружайтесь в пучины морские, делайте, что хотите. Но если общество в целом придет к какому-то решению, если вы хотите находиться в этом обществе, вы обязаны будете подчиниться. Приведу банальный пример, ну такой простой детский. Когда-то было принято одевать парики. Были ли они целесообразны, были ли они удобны? Нет, в обоих случаях нет. Это было крайне неудобно, это стоило денег, за париками нужно было ухаживать. Никому это толком не нравилось. Но даже солдат не мог выйти на поле боя, если у него под треуголкой не одет парик. Вот общество пришло к какому-то решению, и все вынуждены были этому подчиниться. Возможно, через какое-то время маски исчезнут. А возможно, друзья, они останутся частью нашего гардероба на следующие 10, 20, 50 лет. Ну, можете сопротивляться этому, если хотите, или, скорее всего, большинство добьется своего, и вам придется делать то, что делают все остальные. Ну, вот так устроен социум. Людей, живущих в Германии, призываю еще раз. Если вас наказали за то, что вы находились без маски, и вы получили штраф, отсылайтесь на канал Будильника и отсылайте штрафы персонально Вильгельму Варкентину. Если человек на массовую аудиторию беспрерывно ретранслирует мысль о том, что маску носить не нужно,
он должен отвечать за свои слова, в том числе своим собственным кошельком. Настаивайте на том, что вы не носите маску, потому что блогер призывает вас в течение 2 месяцев этого не делать. Кстати, это чистой воды выигрышное дело. Если вы обратитесь к адвокату, действительно, ваш штраф будет возмущать блогер Балабол. Как вы видите, YouTube его хорошо оплачивает, так что денег у него на оплату ваших штрафов достаточно. Но сейчас конкретно к письму, чтобы вы не сомневались, что это я там не сам себе придумал, я просто буду считывать с экрана, включу программу Bandicam. Имя я ее все-таки заретуширую, потому что, ну, не хочу, чтобы ее, не знаю, наказали на канале Будильник. Штарк, здравствуйте. Вам в претензию ставят, что вы часто говорите о дебильнике. Но я теперь понимаю, почему вы это делаете. Извините, что так много текста, но накипело, надеюсь, поймете. Выложил Вилли на канале видео, где народный депутат устраивает скандал в магазине. Со своими знакомыми пришел в магазин без маски. Продавцы отказались его обслуживать. А он требует продать ему товар, потому что вы мои права нарушите, если не продадите. Да, продавцы поступили неправильно, заперев людей, но поведение депутата пугает больше. Предпринимателям только сейчас разрешили работать, при этом возложили на них ответственность за посетителей без масок. Могут обязать заплатить большой штраф. Из-за этого некоторым выгоднее видеть их дома, чем обеспечивать посетителей дорогущими масками. В то же время на официальном сайте Роспотребнадзора сказано, что продавец имеет право не обслуживать покупателя без маски, так как он представляет угрозу безопасности для окружающих. Как к этому относиться – личное право каждого, но работницы на видео объясняли, что они действовали согласно постановлению губернатора. На что депутат возмущался: «Покажите мне закон». Очень странно слышать такое от представителя власти. Депутат не может разобраться в ситуации, прочитать постановление, лично позвонить в Роспотребнадзор и все узнать? Нужно было врываться в магазин и устраивать там показательное выступление? Всегда же можно сделать что-то полезное с точки зрения закона. Самому привезти маски, антисептики, как это делают многие другие. Но те, кто реально помогают, не орут об этом на каждом углу. Он еще жалуется, что обозвали его клоуном, чувства задели, а сам говорит: эти собаки извинений не дождутся. Ничего себе отношение к людям. Пропиарил он себя знатно, но дело не в этом. Сколько еще людей будут нарушать закон, потому что послушали какого-то будильника-шизофреника в интернете? Ему же по кайфу от того, что люди массово верят в то, что он несет. Он делает контент не больше. Хуже всего, что этот борцун сам говорил, что в Германии ему все равно придется носить маски, а вы там, в России, боритесь. Как хорошо указывать другим, что делать. Маски – это намордники? Ну тогда строительные каски – это символ подавления рационального сознания простых рабочих, а серьги закрывают ушные чакры и мешают людям объективно усваивать информацию. Что угодно можно извратить. Можно верить в спагетти-монстра, думать, что нас сюда заселили, и иметь при этом 2 высших образования. На ваших тараканов никто не покушается, но нести свой бред в массы и не отличать иллюзии от реальности – это опасно как для самого оратора, так и, как мы видим, для его слушателей. Он в последнее время говорит: «Делайте как будильник, ешьте фрукты, играйте в шахматы, боритесь с цеховиками». И на кого нам предлагают равняться? Человек заперт в 4 стенах, не работает, живет тем, что распространяет бред на канале и учит людей жить. Язык немецкий он учит, тетрадочки у него исписаны. 35 лет. Он тетрадочки исписанные показывает. Бедняжка. Старается, занимается.
За то время, что он в Германии, можно прилично начать говорить на немецком, на работу устроиться или подработку, а не ныть на канале, что ему на фрукты не хватает, а он несчастный, язык учит, в шахматы играет и вообще дни и ночи не спит, думает о просвещении людей. Школьники тоже в шахматы играют и призовые места занимают внезапно. Что он полезного сделал, кроме балабольства? В пробежках участвовал, лекции по трезвости читал. Но это, опять же, деятельность, связанная с тем, чтобы другим указывать, как жить. А он не пробовал волонтерством заняться? В Германии же есть такая возможность в больницу куда-нибудь пойти. Вот это реальная помощь реальным людям в реальном мире. Авось и часть тараканов разбежится. С уважением к вам, Штарк и Поскриптум. Что я еще буквально хотел бы добавить? Это особенность не только дебильника, но и очень многих других бессовестных блогеров, которые считают, что их образ жизни должны почему-то финансировать вы. То есть, если у человека рождается сын, вы, например, должны ему сброситься на рождение ребенка. У кого-то поломалась машина, опять же, чья проблема? Подписчиков и слушателей. Здесь человек-неудачник, видите ли, любит играть в шахматы, а вы должны обеспечивать ему его образ жизни, для того, чтобы он получал удовольствие от игры в шахматы. И да, он сделает стрим, где 2 часа будет расчесывать свое честолюбие и самолюбие, а вы должны будете этот процесс финансировать. Я не понимаю людей, кто готов помогать подобного рода паразитам. Конечно же, это типичный паразит. Ничего полезного обществу он не приносит. Он заморачивает мозги людям, как я уже говорил, буквально открывая черепную коробку и выкладывает туда свое переработанное помидорное пюре. Люди, наслушавшиеся будильника, могут действительно подумать, что живут в каком-то иллюзорном мире, населенном нелюдями, тварями, какими-то рептилоидами, и начать на самом деле борьбу с ними. В результате они будут представлять опасность для социума в целом. И кто в этом победит? Никто, кроме дебильника, доход которого увеличится, и он, поверьте, уж он-то, выходя на улицу в Германии или покупая свои помидоры, масочку одевает 100%. Ни разу и никогда он вам не показал, как бы он зашел в немецкий магазин и сделал все это без маски, потому что знает, что здесь его за жопу схватят очень быстро. И поэтому, действительно, он предлагает проделывать все эти фокусы вам в России – для того, чтобы вы испробовали силу карательной машины на себе лично. А как на самом деле нужно относиться к пандемии коронавируса? Ну, нужно понимать, что что-то происходит. Все страны находят сейчас какие-то методы борьбы с массовыми эпидемиями. Я говорил в своем одном из роликов, что это только прелюдия, господа. Мы 100% в ближайшее время столкнемся либо с повторной, более мощной волной, либо с какой-то другой инфекцией. Поэтому то, что делают сейчас ваши страны, это имеет значение, если они на самом деле подготавливаются. А вот если они этого не делают, а всего лишь ущемляют права граждан, это другой вопрос. Но вот в этом и нужно детально разбираться, а не говорить о том, что никакой опасности от коронавируса нет. Эти разговоры как раз-таки опасны для социума. Точнее всего по этому поводу высказался известный российский писатель Дмитрий Глуховский на «Эхе Москвы». Я привожу вам его небольшую цитату, что, по его мнению, люди должны вынести из этого времени коронапандемии. Вот это мнение адекватного человека. Послушайте, и на этом я с вами прощаюсь. Пока. Ну да, вот эта вот новость, что оперного певца Вадима Чельдиева, который назвал коронавирус аферой, включили в список экстремистов.
Ну и там еще какие-то тут же на него навесили разные другие дела. Ну, не навесили, не знаю, но возбудили, по крайней мере. О каких-то там и не только о фейках, но и на нападении на сотрудников Центра Э, призывах к осуществлению экстремистской деятельности и так далее. Вот тут есть две версии сейчас, пока в той точке, в которой мы находимся. Все это, например, летом или осенью быстро закончится, к концу этого года как-то рассосется, и в следующем году мы уже вернемся к прежней жизни, а это все будем вспоминать как эпизод, например, какой-то, и все как бы тут зарастет. Или мир не будет прежним. Я все равно остаюсь при своем умеренно оптимистическом прогнозе. Мне кажется, что вся эта история сойдет на нет в течение полугода-года. И после этого человечество постепенно вернется на привычные какие-то рельсы. Мне просто хотелось бы, чтобы наше с вами население запомнило, что в случае настоящей беды, непридуманной беды, не борьбы с выдуманным врагом, которого где-то там скроили на Лубянке или на Старой площади, показали нам в качестве чучелка по телевизору, а когда была по-настоящему большая беда, которая грозила и все еще грозит, вылиться в бедствие национального масштаба по-настоящему, потому что до сих пор это все были скорее учения превентивные, что в этот момент власть нас сами кинула, что начальник спрятался в бункере, вот, и сказали, что это ваши проблемы. Вы крутитесь, как хотите. Вот что нам сказали. И вот эту информацию неплохо бы нашему амнезическому народу из этой ситуации вынести и помнить, когда нам в следующий раз предложат увековечить его, сказать, что теперь этот человек должен править нами всегда, надо помнить о том, как этот человек правил нами в по-настоящему трудной ситуации.